Здравствуйте, с вами Шорен Двор Медведева, и сегодня вашему вниманию мы хотим представить седло кавалерийского типа, или кавалерийское, или в народе еще известно как драгунское седло, в армейском варианте, с вьючными приспособлениями. Хотим сообщить, что мы принимаем заказы на данные комплекты седла. В коричневом цвете комплект будет включать в себя само седло. Все вьючные приспособления, это сумки, вьючные ремешки, вьючные планки, все, что необходимо. А также в комплекту будет входить строевое оголовье трензельного типа, совмещающее себе и уздечку, и недоуздок. Данное седло полностью соответствует советским техническим условиям и ОСТам. Еще раз хочу уточнить, что это армейский вариант. Подойдет реконструкторам, любителям конного туризма и конной охоты, а также просто любителям верховой езды. Поэтому, если у вас есть желание, обращайтесь, пишите, звоните и заказывайте подобные комплекты. Все, до свидания.